Даже ой, ну какие молодцы, блин. Чистим. Сань, тебя чуть не суманули, что ли? Суманули. Кого еще сумануть? Господа. Ты меня, мам. Плюс они. Егор, у тебя танк с собой? Телдрин. Давайте, мораль, Телдрин в танков. Срез и Войд. 4 танка. Могу я еще потанкать. Это черт. Не надо. Ты че, я без женька не пойду, пацан? Так, по МК. Нон-спид без МК получается у нас, да? Око, мы с тобой меняемся просто, и все. Сыхали сильно, как сказала. ФФБ терпи. Так че, 4 хила, да, у нас? Если че, на некоторые боссы хила не будет хватать, спекнусь или я там, или Алиса там. И все. Да, так, там, я думаю, нас... хватит. Без проблем. На Хибе только нам понадобится, наверное. Mm-hmm. Все. Ну так чисто я имею в виду. Фласки свои что все проверьте, там выпейте. Да, давайте все фласки выпивайте, баф проверьте. Хавка стоит, кому надо. Вот. Затыкали, ну. Какая хавка, да рыбу? Плюс на баф. Чё не бафнул? 300 баф. 300 баф дайте. И рыбку на поставь. Рыба вон стоит. Ага. Слева стоит. Чё, погнали? Да, погнали. Дайте на агрить. Пусть начнут водить нормально. Макс, красавчик. Ой. Блять, сори. Ну косяк, пуль. Крест. Звезда. Звезда. На ком вот этот ученик висит? Рыло, по-моему, на тебе. Блять. Да. Алло, фаунти. У меня этот ману. Да. Не на тебе этот ученик висит. На мне, на мне, на мне. Ну, блять, подойди тогда вон, трусам. Да у меня ману восполняет. Ебать, кто с нами в рейде шамик, нахуй, ебать. Кто это? В смысле, ты не знаешь шамика? Откуда я его знаю? Тише, ты не пали контору.
Даже Шамик знает Шамика, блин, ты понимаешь? Шамик на локе, я хуею. Это фигня. Охуенно, когда крип висит один вот так, на самом деле. Просто фул мана у шамана всегда. Даун. Запа. Бежим, чистим. Макс и БР. Я на руч секс, конечно. БР, нахуй. Угу. В двух словах, что с этим делать? Если тебе нужно, нажимаешь main spec. Если, ну, off spec нажимаешь. Все. По сути, main spec и еще одна кнопка, все другое, все. Ну и пас, если тебе вообще не надо. Да, пас, если не надо вообще. Алё, нахуй, блядь. Чё никто не это не резал? Чё, это шутка ли? Да, резал тебя. Сейчас, я думаю, сейчас там это, шаман оденется вообще. Так, ну, по факту шаман я одеваю. Ничего страшного. А, слышь, это я, короче... Короче, все локи дестрики, забирайте себе 14 хитам. И делайте билд, как у меня, все абсолютно. Вот ДПС. Кстати, насчет ульды, когда 25-ка? Пока не знаю. Мне надо поговорить со Слипом, с НКВМ, как бы не хочу тогда без них. Да, нужно. Ну, скорее всего, рейд. Уже на следующей неделе, в какой-то будний день там, ориентировочно. Я заночу здесь. Окей. Желательно 2 дня. А там же боссов еще добавили. Желательно, да. 10-ка. А чё, где Макс, я босс? Посмотрю, по сути дела, посмотрим, типа, может быть, и пойдем трать там хм-мод этого первого босса. Да мы убьем первого, я даже знаю, как мы убьем. Какого первого? Тори? Какого Тори, да? Ну чё, гад. Кстати, Саня, накидай тактику, завтра поведу люди. Я, да, я тебе обязательно расскажу. Ты ему рассказывал фишку? Не-не-не, вот я вам про это... Я там один нюанс еще видел. Ну вот вместе с Максом тебе расскажем, что я сам не делал, Макс делал уже сам. Я только со слов знаю. Там... А мы будем, короче, как делать, типа, вот мы же, кто был на разрушителях, будем в разрушителях, остальные челы будут на танках. И им скажем, что делать, и все. Ну и на мотиках там. Охуя. Там вообще хуйня на самом деле, ты просто... Так, кто в танке останется? Ты. Ты да. Его. Все хорошо.
Что, мы с Владимиром к миликам? Да, давайте вы с Владимиром к миликам. Милики уходят все направо. Туда же идет Мося. Туда же идет. Ну пусть Суф, давай иди туда. Так, один танк там, да, один здесь. Ну все. Угу. Пускаю босса. Так, я пойду покурю. Спускаем босса, так я пойду покурю. Так что, пока трэш выйдет, я похаву. Чисто нормально так. Буду дождиком лить одной рукой, короче. Сань. А, Сань? Я за ним. Сань, что ты тут? Он покурить же пошел. Время трай, да? Thank you.
Давай. Тоже рады тебя слышать. Идите дальше. Понял. Еще 28 секунд добав. Надеюсь, они проживут достаточно долго, чтобы я успела представиться. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Хорош скулить! Заткнитесь, пока я не разозлился! Не расточайте! Понимаю, он. Женёк! Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Ну куда вы так влились? Молодцы. Лучше бы на пуле. А еще молодцы вообще. Ну. Ну типа, блядь, если вам не говорить, ничего не можете отвести или что? Видишь, я мальчик? Спиной их не видел. Ну да, крутить камеру, когда вы срываете. Камеру в жопу. Лошади идут. Там еще двух идут. А уже, блять, сука. Я сурф арестую. Да. Кто сказал сурф? Я тебя сейчас. Сруфа. Арестую. Просто сурф и все. Сруф. Он напрашивается, прям уеби ему. Давай, я жду. Провокатор чисто сидит такой. Давай, детка, начинай. Уеби ему, Порошенко. Давай, давай. Втащи уже, блядь, манаю. Сосай, или ты делай? Уеби. Фига ты, зачем, блядь, конечно. Девушка твоя, наверное, вообще не как бы. Походу довольна по-любому, нахуй. Да, так у меня нет девушки. Ой, да, это опасно, блядь. Это тогда, Макс, вообще проблема, нахуй, раз так. Должна быть, должна быть. Его просто, наверное, фензонят. Может, у них 5 сантиметров, а куню нормально делает, вот фензонят. У нас же есть девушка в гильдии, он зовут ее Влада. Влада? Влада. Мая, которая? Маная, да. Давайте те, кто были в танках, спекнитесь. В танках? Чё, рыбку дадите? Я могу здесь двоих вытащить, просто это туда ДКшек отправить, все. От Элдрина в ДД. Да.
Нет. Ну давай, Егор, попробуем. Спек не надо. Егор, не делай этого. Егор? Ты не завалишься нахуй, ты замутаю, блядь. Охуел, блядь. Только попробовал. Смешно тебя, сука, да? Это я Телдрин. Ржал, блядь. Телдрин и Рыло, идите на ту сторону. Помнишь катаклизм? Морали воет тут, там свои. Ой, ты идешь? Чё, че, сейчас, Зань? На ту сторону идите. Я уже тут, я не вижу Телдрина, я тот с моралью. Нет, Телдрин здесь остается, он перепутал. Мораль и Воет идет туда. Ой. Мораль, Воет, Ладомир и Рыло. Три человека. Мораль, скажешь, когда меняться? Да на трех стоках. Видишь, три замки. Чё с Женьком? Ну ты так скажи на всякий случай. КП баф. Приста баф дайте. Ебать, у нас три совы. Ух. Сначала в череп играем. Да, на 10% стопаете РДД и свичитесь в Ривендера. Его заклеивают милики. Давай. Вы хотите делитесь ничтожества? Сейчас дайте на этот. Напуливайте, короче. Найс, напул. Гера. Который здесь, Сашки, да, Гера? Да вы подождите, ну и. Отстань. Кого там рубанули? На пула мало у нас. Понимаю. Туда сразу его дали. В Ривендера свичнулись. Там докливают. А, ебать, я только заметил. Мося, дай БР по Суфу. Суф, дай БР в Асмодея. Срочно. Меняемся? Да. Ну, потом меняемся. Больше дайте. 4 стака, на 6 умрем. Подогнем. 5 стаков. Надо добивать срочно. Рано, Егор, если дал, то... Так. Вроде выжили. Хиливайте. Пойдемте в звездочку. Ой, да, в какой-то в треугольник, треугольник. Продержки в миле не подходим, просто сбиваем. Бейте. Истак, четвертый. Сейчас добьем людей резаем, в портал не заходим. Пиздец, у меня на боссе время мышка залипла. Две кнопки, сразу я побежал в босса, блядь. Твоя
На морали орей. Днище, блядь. Факт. Твоя жизнь принадлежит мне. Тоже. Кто посмел вторгнуться в мои владения? Всякий, явившийся без приглашения, обречен. Ля какая фига. Где Вока-то? Они налево бежат должны. Что? Направо бежим или налево? Направо. Откуда пришли? Направо. Сань, что за окольные пути? Увидишь. Скип, да. Скипаем горгулей на этом. В чумке. Нормальная тема, Сан. Там что, потайной ход какой-то есть? Угу. Да. Подводный. А можете сумануть? Сейчас добежим уже. 100 г, блядь. Сам, вырубай. А кто это показал лазейку эту? У нас всегда была. Я помню, ты показал, это раз показал. Через лево аккуратно, вон с пути. Кто у нас рыбу ставил? Я. Сумануть плюс в чат. Еще 15 штук собак. Блять. Рыба стоит, кушайте. Хотя мы уже подбежали, но... Ну ладно. Ребафайте. Были. Чайно еще где-то. Приста баф. Пробаговать, сука, питомцев, блядь. Ёбаный рот, нахуй. У вас демон, блядь, дайте ему питомцев, блядь. Вот этому топористу, блядь, бафов. Кулак дайте ему, блядь. Да есть на нем кулак. Чайно, ты где? Ребафни, чайно.
моды не хватает. О, ДК, кидай серию Фанта, короче, единственное. Давай, я тебе верю. ДБМ пул даю. Первый срез начинает. Прям с пула мне, дай серию. Чайно кини на. Красиво. Смекалка, упади. Профессионально это на острове делать. Дикос. На самом деле, мы, я думал, мы его прям посадим нормально. Почти получилось. Сань, давай веди мобу. Локи тоже, ведите мобу. Подводи их кучу. Следующих еще ведите тоже. Прохиливать надо. Тёма, чё не декорсишь вообще? Я не вижу, у меня почему-то баганый он стал, блядь, надо его переустановить. Именно вот эти декорсы не вижу, блядь, почему-то. Окон он спит, а вы видите, нормально? Угу. Надо будет на предпоследний вообще. Да, я переустановлю после этого нахуй. Чистите дальше трэш. Поднимите, блин, я бы. Макс, как обычно. Уже. Да не хилят нихуя. Да. Ну, в смысле, что там хилит, там 26к либава не прилетело. Что тут есть? По-моему. Да, рука, это кольцо тебе точно не будет. Лог дмор. Бесполезно.
Макс, давай тебе ник выкупим, нахуй. Сделай твой оригинальный ник. А у кого он, нахуй, ты знаешь? Да нахуй. Какой-то, блядь. Хан. Воин какой-то, блядь. 13 уровня. Первый уровень, лёг. А чё за ник? Мой ник, пидорас, кто-то занял, блядь, сука, не отдаёт. Чё за ник? Прям на старте, в смысле, мы? Да. Я не смогу, блядь. Да не только твой, у меня у знакомых позанимали тоже, нахуй. Он Джира бегает с ником Джиро Хант, Джиролома на X3 был на X1. Это вот сейчас у меня ник, это вообще не мой ник даже, блядь. А какой у тебя основной ник, блядь, Олег? Бесполезный у него, блядь, бесполезный. Да ебать, бесполезных таких столько, нахуй, ебать. Так когда-то, блядь, на пиратке играл, вот там чело был ник, блядь, ну не скинь. О, ну все, кого-то там вернуть хочешь, его забрали обратно, нахуй. Пришел, так и ушел. Что я упал? Шею? Да, спрашиваю. БЕшно? БЕшно. Нет. Что-то упало там с моба, что ли? Да. Мы пошли, мы, короче, там. Вот в этом чуваке больше. Нужна кому? Макса, бафните. Бафните, нахуй. Ёбаный рот. Чё, нахуй, кто сдохнет? Макс. Очевидно. Макс, по-любому. Я ходил с пугами, я не сдох. Он составил 7 человек, мы всем ебал добивали этого босса. Давайте тут так не будем делать. У нас тут так много новеньких. И это... Там прикольно было, блядь. На всех рассчитывать не стоит. Можно? Войт, ты водишь. Гера пошла. Гера. Чайна Инер. Марлу тоже Инер в Абу-Даби. Суф тоже можешь Инер закинуть в Абу-Даби. Марлу, не вижу Инера в Абу-Даби. Нечаянно не вижу Инера в Абу-Даби. Чё там? Чё, блядь? Сука, да почему это без хуйня достает? Сорок секунд телепортации. Они перед еще? Да еще да. 40 секунд. Есть по папку. Нормально, половина ебала, ему сломали. Сейчас, когда стукнет, все в череп будем спускаться. Стукнуло, спускаемся. Готовимся бегать. Какая?
Блять, ну что он успокоится, море волнует сразу, блядь. Есть кому хилить вообще? Я. Я сейчас встану. Да. Да мир живой. Нормально. Рыл. Да ты пил? Пацаны, честно скажу, я в бомжах потерялся, ва. Да в коровах потерялся. На мир-то там ставлю. Кто никуда не бежит, будем добивать. Я сейчас не перевезу. А, Саня геноцид устроить хочет. Мамка, чё ты, аддон отключил? Не, ничего, я отключил, нажал встать, и он, блядь, ой, ё, сука, блядь, подвис-то. Быстро бафнемся и там прохилимся, идем трэшбить сразу. Это Макс умер, да? Я умер. Я прям сразу умер. Ни одно не пробежал. Там народу много выкосило так-то. Да я что-то хуй знаю, типа я бегу-бегу бам, бля. Вот я сколько хожу, ни разу он еще не выжил. Ну да, есть такое, кстати. Рыбу хавайте. У тебя же еще, по-моему, и боты, да, на скорость зачарены? Нет. Они чарили тебе боты? Я не чарил. Может, дело в ботах, может, я зачернуть их? Да, блядь, это просто крив... Ну, надо было по-другому. Не, метки заебись поставил, Саня. Да это я далеко стоял. Дело не в ботах. Я начал бежать, типа, чуть за чуть сзади так стоял. Дело не в ботах, дело в том, что он бот. Все, бот расчистить, поехал, он бесполезный. Давайте, РДДшники по глазам, милики. Ашки, далеко вперед. Я никуда не бежал вперед, ни с самого начала. Ашки, отдохнуть прилег тупо на. Че за лаги, ебаный рот. Я бах, да? Первый раз на перевязку пошли. Где я резну? Мамка. Су, вспекнешься где? Ну-ка. Ой, не ногу. Макс, ты понище. Ну, понище. Ты веками сожжёл. Иди, я резко его конца все убежали. Ну он что-то стоит. Там за сумоним уже. Я боюсь. Сейчас вот. Ну рыбу еще раз. Кто ставил рыбу? Егор, у тебя, да, есть?
Нету. Кого есть? Нет. Мося. Мося, я тебе рыбу отдам. Давай, суф. Я спекнулся. Войд срез танки. Чек готовность. Какой баф кому? Этого на... Приз по шаману. Этого вовремя стрелять надо, да? Да. Если вкратце, там 15 секунд дебаф висит. И между этими дебафами есть 3 секунды промежуток, которые нужно прохиливать. Ты на шамане тупо цептухи спамнишь. Всё. Да, это я понял. Герус пул? А, 2 минуты Герус. Охуенный пул, блядь, ребята, я скажу вам, блядь. Ну кто он подошел, блядь, близко, из магов? Можно я? Точно. Я увидел, что маг был в цели первым. ДД спам идет. Он они всех задел. 3 секунды сейчас прохилю это. Начинай кастовать цепно. Вот видишь, нету дебафа, вот он. Повешался на 16 секунд. Тебе надо его отслеживать, короче. На 1 секунде уже начинай кастовать свою цепну. Сейчас опять видишь? Вот, каст. Да нет, я помню, что, блядь, капингует и, блядь, секунду отстает. Поэтому я секунду за 3 начну просто, блядь. Заебали, Нилу вешается на меня эта хуйня. Это, сука, мы 10к походу, да, блядь, обосрал. Спасибо, блядь. Уф, и могу, можно и на Рывабудаме? Есть. Давайте вот эту спору разбиваем и гер даем. Там был Гера. Территории гимн кастуй на хп. Готово. Ты отдал его? Я его даже не заметил. Да, полностью, блять. Да.
огурцы, если что есть. Сейчас прокилить нужно. Сейчас тоже очень жестко прохилит. С приста один. Давайте сейчас готовьте все свои там транквилы, хилки, все, что кто может, отдайте, пожалуйста. Вот сейчас прям. Идем сейчас в квартал мерзости. Сапоги, кстати, хорошие упали. Дробяшка над руля, хит и приста. Редко. Да, дробяшка внутри редкая. Иди там, куд. Я пока не могу использовать эту способность. Саня, реогнусь, у меня что-то прям пиздец просаживается. Лечить что никому, на успех даже не надо. Мне все есть, на успех даже есть. А что, у нас у нового шамана есть такие плеч? Не знаю, какие. 213-й плечи там упали. Манка, да. Да типа с этого или что? Просто если у тебя на хила или наоборот на элема, то, ну короче, понял, да? Одни на элема возьмешь, другие на... Это для тебя. Да нет, у меня 13 есть на скорость, как бы. Это с этого я так понял, правильно? Да, это тоже с этого. Так, у нас Владимир еще в ретрик аспектнется по маскуте. Три хила будет. В какашку наступил. Бать, хоть на Владимира реально посмотрим. Да он ебач. Он, кстати, на лоскутике много раз ебашил уже. Вообще ни разу не обращал даже на это внимания. Владимир, задай жару. Давай. Конюха безвредный дает. Хоть и умирает везде. Умираю, да. Бесполезный, блядь. Милики, сейчас вначале не врывайтесь, у нас разбойник вообще ноль. Смекалка. Да похуй. Хоть что, врывайтесь. Там РДД все равно первые будут. Ну, надо чуть-чуть хоть пару сил. Подожди, не пуля, сейчас просто не все его. Бля, там человеку наварил, надо триню нахуй нормальную дать.
На Фурика, бля. Это вопрос. Герос Пла или на экзекутке? Да не, мы тут, наверное, вообще без Геры. Да, 4 минуты. Не нужна Гера. Чё, пулять? А все готовы? Еще раз чекаю. Секундочку, отойдите чуть назад. Быстрее, быстрее, быстрее подтвердили, если. Смекалки нет. Ну, он поссать отошел. Бля, ну давайте не будем без него. Давайте, отойди. Может, просто сюда пройдем. Отойди. Ну мы, да, мы туда пойдем. Ну, пусть аспект врубит. Он уже здесь. Саня, давай. Саня, ты вернулся? Ну, походу, следует. Бежит, по-моему. Да, он прицепится. Сейчас подождем, на пула, потому что нет. На Влада не наступите, говорят, он шот. Ну да, надо напулить в танк, у нас один он такой, и все, и пиздец. Да я 1000 лпшек отдам, там похуй, но на пул. Да кого, я все сорву, блядь. Давай на косарь спорим. Ты, блядь, не выдержишь мой босс никогда. Давай. Кого на пул давать? Давай, кто? Давай. В этого, в Вайда. Вот, на звездочку. Поехали. Поехали. Что, Макс, как ты срываешь? С напулами не срываю. Ты без ты напула, без напула не срываешь. Серьез, 3 ДК. Всего со мной проебал. Я сорву. Не сорвешь. Потом покажу. Ты даже с моей истерией не срываешь. Че бы локом на истерии срывать? Не, я этому Женьку. Я просто голоса их путаю. Марлу кинь нерв, пожалуйста, в Абудабе. Интересно, что буду в субботу палов делать? Танчить или хилить? Посмотрим. Вкинь тоже их, пожалуйста, подали. Бля, меня демон отгнал. Саня. Сука. Саня. Они стазмили с руки хуяри. Я впечален. Чё, бля? Ну, он тебя хаос вообще унизил. Он чё, близко подошёл, что ли? Он 27 меня, а у вас под Д 52, блядь. Меня он нахуй зарядил. Так а чё вы подошли? В смысле подошли, бля? Ну а как вы сдохли? Мы в тотемах стояли, бля. Как мы? Не знаю тогда. Я в тотемах, увидишь, я в тотемах дох. Да всё равно второй, нормально. Дайте это, бля, сука. Крестник? Крестник. А может для территории левитацию, бля, чтоб там это, не терять из статус? Не, не канает левитацию только на себя. Почему?
Подъебывайте. Ну дай, дай левитацию. А у него что, перышко нет? На кого левитацию? Да все уже. Сука, этот оффхенд, он вообще больше, походу, ни разу не... Еще собаки может упасть. Вент ты имеешь? Оффхенд. Правая рука. На пятисток нужно. Мне кольцо нужно, оффхенд нужен отсюда. Ну, пушка. Ну, типа, пушку мы можем потом забрать. Критично. Пушка Асмодею, 100%. Ну, я один хуй еще все равно не отнял, так что смысла у меня нет, я давай. Мне оффхенд нужно, кольцо нужно. Давай их сиди просто, я уеду. Да, да. Че, держи, стой, стой, не уходи. Лети, все. Че ты, Женек, сколько дал, а то он уже стерся. Женек дал 7 ведьм. А Ладомир сколько дал? 5. Пятерку дал. Ладомир? Он нам больше не смотреть, а вот этот 5-1, да. Таланты перебил, думал, что уже можно на этот перейти, на хрост. Ну, пару талантов перекинуть. Оказалось, все равно через задницу надо обратно пройти. Срезать танка? А, ты в танке. Саня, тут все тут. Бафните. МП, подожди. Без редкого Асмодея. Саня, что так? Что за... Интересно, тайминги у него начались, он сейчас будет кидать что-то. По идее, да, начались, ты же запулил босс. Я тотем поставлю. Сань, надо напулить срочно. А, ну, резист, очищение никто не ставит. Да-да-да. Да-да-да. Я поставил. Как тебя там, мамка, не ставь тотем очищения вообще. На этом боссе его нельзя. Потому что там будет дисплей, и в рейде будет... Ну, в рейде все умрем. Расслабили. Спел. Аккуратно. Давайте, Геру. Гера, Гера. Как так? Мы сзади него прям, блядь, стоим. Но он сделал мутагенный укол и сделал одновременно свой плюх-плюх. Что там, диван есть, нет? Баганный босс, что хотите-то? Это не босс, баганный, это кое-кто другой. Начинается на букву С, а заканчивается на Ирус. Ну это понятно, я и говорю. Короче, говоря, жопа. Че, ресните, а ты иду буквально одну минуту в туалет. Иди. Что-то мораль там бурстует мощно. Да блин, я сейчас обратно то перебью. Я чё-то нихуя не понял. Вот как бы КД сбросилось, а типа, ну, новых боссов добавили в ульду или нет, блядь? Да. А где нонс, блядь? Каких боссов добавили? Мы добавили после 18.00, обычно добавляли. 18.00, наверное, но... Там рестарт. А кого добавили?
4 хранителя. Там инфа где, блядь? Следующий квартал Эльдуара будет открыт завтра, как и планировалось, по графику. По какому графику? Хуй знает, да? График каждую неделю добавляет 4 масла. Вот он, есть график, что непонятно. В смысле, а квартал это сколько будет? 4 хранителя там. Единственное, что не до конца понятно. На последнем кругу йога добавят. Понятно, но Алгалон идет или не идет? Да, Алгалон, блядь, его могут не добавлять, потому что на него еще ключ делать. Это 4 хранителей в хардмоде убивать надо. Там ебанешься их убивать. Почему? Ну десятки-то можно. Десятки можно, да. Ну, у нас есть ключи с десятки уже. Фу, и знает. Мы сделали ключи. Там сложные хардмоды, если что. Даже в десятке. Вот тот Хадир, да, Ториум. Ну такой мимером так, ну, сложный очень. В десятках мы все убьем, любые хардмоды, а вот в 25-ках тяжело будет, надо будет раить долго. 25-ки стадо. Да даже в десятке тяжело будет. Там цифры такие, пиздец. Мимером сложно десятки. Все пока хардмоды закрыли в десятке, которые были. Там даже этот Ториум, блядь. Там этот коридор пройти, блядь. Мы по факту одно КД только прибавили в десятками, типа, ну, на втором КД убили только все хардмоды, типа. На первом мы только утюга не убили. По факту у нас все нормально. Блять, суманить, пожалуйста. Ну, мне кажется, с хранителями КД можно проебать точно. Суманить, отлетит. Не-не, мы там посидим плотно. Мы убьем эту хуету. Там Санёк как раз придёт, скажет, что там. Суманители территории, пожалуйста. А Лендера вот, по-моему, добавят, нет? Чё добавят? Лендера, блядь. Я хуй знаю, должны? Ну, токены же там. Гарук. Где Гарук? Да вот, вставай, хули ты, да вот. Ну или с ресницей.